В астрономической обсерватории имени Энгельгарта Казанского университета состоялся научный семинар, посвященный включению обсерватории вуза в список ЮНЕСКО. Все подробности далее. На мероприятии рассмотрели соответствие обсерватории вуза требованиям Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Здесь очень четко нам надо было определить, во-первых, номинируемую территорию. Это у нас все-таки определено два компонента. Это здание городской астрономической обсерватории и здание обсерватории имени Энгельгарта. Определение номинируемой территории, то есть какую территорию мы включаем. Также на встрече обсудили подготовку научного обоснования номинации обсерватории, включающего в себя уже около 100 страниц. В частности, необходимо ответить на вопрос о том, как историко-культурное наследие обсерватории вуза увязывается с 20-м и в особенности с 21 веком. И самое главное, вот это проблемы, которые связаны с критериями. Дело в том, что мы пытаемся определить все-таки, что тема астрономических обсерваторий, ну, связывается, во-первых, с этапами развития самого Казанского федерального университета, с территорией развития в целом республики и Российской Федерации. Еще одна важная задача заключается в том, что предстоит определиться с буферной зоной объекта в рамках самого университета, то есть необходимо подготовить меры по защите и управлению обсерваториями. Планируется совещание провести с привлечением Зеленодольского района, ну и, соответственно, кроме того, это Министерство культуры, Комитет по охране культурного наследия, Министерство строительства, архитектуры, ну и, кроме того, Министерство лесного хозяйства, потому что здесь есть территория, связанная с лесным хозяйством, с лесным фондом. На мероприятии также запланировали на начало апреля проведение международного круглого стола, на котором рассмотрят определение выдающейся ценности астрономических обсерваторий Казанского университета. Напомним, Центр всемирного наследия ЮНЕСКО принял решение включить обсерватории вуза в предварительный список культурного и природного наследия в декабре прошлого года. Диана Желенкова, Ленар Тавлетьяров, Универ Ньюс.